Всем привет. Тебя всем привет. Я запретаю Дарину. Да, я попросила ее запустить меня. Просто меня никто не запретал так давно. Почему меня Алина запретала, это было последний раз. Ну, может, 2 недели, 3 недели назад. Вот. Я просто, мне когда я была в лагере, в солнечном тесте последний раз, у меня была там подружка, которая очень хорошо запретала. Она мне заплела косичку шиворот на выворот. Ну, вот так красиво распушила. Кто знает, у меня есть фотография. Я прям такие красивые косички. И после этого мне очень нравятся такие косички. Я прошу теперь всех мне их заплетать. Потому что она мне очень идет. Вот, ребят, сегодня, ребят, мы только это снимаем, потому что уже вечер и почти, ну так, немножко, может, еще немного поснимаем что-нибудь. Посмотрим. А потом. У меня на голове бардак. Еще завтра будем снимать, потому что завтра еще целый день у Кристины. В понедельник только утром поеду домой. Это что такое? Я не придела. Мне много кто в школе, когда узнали то, что я заплетать умею, то есть. И девочки у нас есть в классе, Сикержицкие, Алина с Дашей. Все время Кристина заплети, Кристина заплети. Я Алину когда-то вчера видела с Артемом Ионным. Я знаю. Я тоже фотки видела. Нет, я не по фоткам, я их вживую видела. Ясно. Я офигела просто, какой он. Тапочка. Они подходят друг к другу. Он был вроде бы со мной или не помню, но, короче, мы с ним раньше тоже дружили. Мы друзьями были. Прям как я с ним. И потом, короче, я такая, типа, покаюсь, а? Ну, потом меня взломали ту страницу, с которой я с ним общалась. Ой. Я, ребята, вообще загорела так хорошо сегодня. Плечи обгорели. Плечи обгорели. Короче, я сегодня хорошо загорела, но завтра, надеюсь, будет такая же погода, и я еще хорошо загорю. Не люблю загар, потому что загорает кожа, и потом все болит. Ну... Есть люди, которые терпеливые. Ой, у меня полола, она потом подниму. Помню, когда мы были в том году на море, я приехала, ну, в Тюхтет, потом пошла в школу, и все учителя такие, это, ну, мои друзья там говорят, офигеть, далеко у тебя загар, как хорошо загорела. Я такая, да, такие дела. Ребята, это ваша любимая Даринка-мандаринка, это мой очередной влог. Мы уже встали, уже... Утро. Сколько времени? 9-10 пошел. Где-то 10 часов, но я встала раньше Кристины. Вот. И я вышла, уже успела сходить на улицу. На улице прохладно. Смотрите, дождь там. Вроде дождик шел. Кто видит? Капельки. Вот, ребят. Также, кто помнит мое видео, мне мама день рождения вроде бы на прошлое, да, на прошлое день рождения дарила вот такие вот книги. Екатерина Вельмон, секреты пропавшего альпиниста. Еще была девочка с серебряными глазами, но ее я давно прочитала, и теперь зачитываю вот эту, засасываем чуточку. Мне, знаете, я не знаю, что со мной приключилось. Раньше, когда меня мама хотела заставлять учить английский, я как-то не хотела, мне это не нравилось, я думала, зачем он мне... Но сейчас, под конец вот этого года, уже лето, потому что закончила... Кристина, кстати, проснулась, не буду показывать, она еще немного валяется. Вот. Началось лето, и у меня почему-то шок. Я начала учить английский, который меня заставляла мама, и я не хотела. Сейчас я начала учить английский, читать книжки. Мне очень, кстати, нравится. Я когда начну ехать, я, может, какие-нибудь еще куплю себе по дороге книги. Или уже на месте буду покупать себе разные интересные книги. Ну, буду покупать, похоже, как мама мне покупала, потому что они очень-очень интересные, вообще классные. Вот. И вот эти буду перечитывать. Потом, когда я с мамой поговорила и сказала то, что когда я начну учиться, я начну учить корейский, потому что... Я как начала смотреть корейские дорамы, все, мне нравится Корея, мне нравятся корейцы, и я хочу вообще, в принципе, полететь туда, потому что там очень красиво, и вообще найти себе друзей, даже корейцев. Потому что, мне кажется, кто вот живет в этой планете, надо со всеми общаться, потому что чем больше друзей, чем больше друзей, тем намного лучше. Вот, ребят, погодка сегодня прохладная,
Сейчас мы будем все делать. Я уже, как всегда, как сказать, я худею. И я сегодня позанималась хорошо спортом, хотя обычно я редко занимаюсь спортом. Вот. И я решила то, что когда мы переедем, я запишусь на вокал. Так как я сама понимаю, у меня очень хороший голос, и мне не надо его терять. Запишусь на вокал и еще куда-нибудь. И потом будете смотреть еще новые ролики, когда я буду жить уже на новом месте, с новыми друзьями, и все остальное будет. Вот, ребят, сейчас будем что-то делать, и потом будем дальше снимать. Это сейчас я снимаю влог. Мы сейчас перекусываем, пьем чаек вон, печеньки. Я, как всегда, с ВНКП. Доставала желток, и тут, бац, я вам все раскрошился у меня. Да, у Дарины раскрошился желток. А ну, свинка. Ребят, мы сейчас вышли на улицу, там пошел маленький дождь. У тебя вот здесь вот что-то. Что там? Уже зеркало. Можешь? Возьми. Ребята, Дарина собралась сделать мороженое из яйца. Да что такого? Нормально. Попробуем зато на вкус. Я, короче, видела в ТикТоке такой лайфхак. Берешь, короче, киндер-сюрприз. То есть открываешь его, ну, игрушку забираешь себе, потом на одной половинке внутри заливаешь сливками, ложь клубнику, второй закрываешь, и на палочку, и ложь морозилку, потом убираешь, очень вкусно. Я хотела так попробовать, но у меня нету сливок, у меня нет клубники. Мне очень грустно, но может когда-нибудь получится. Далина жмет яйцо. Антистресс. Вообще, ребята, я никогда с едой не балуюсь. Я просто этот майонез, он у меня перевалился в другую сторону. Ну-ка, если так. А тут твердо, а вот здесь прям вообще вот так, видите? Ямочка. Яйцо какое, ой, гнездо какое-то. С меня кинооператор, как со с вас всех балерина. Ничего, научится. Кто кушает вместе с нами, всем приятного аппетита. И мы будем потом что продолжать. Что это такое с ней происходит? Смотрите, что она творит. Я делаю разнообразие в бутерброд. Тут у нее лежит редиска, просто тут лук с редиской, с майонезом, тут чуть-чуть. Редиска обычно. Редиска. А тут будет лук, редиска и майонез. И еще что-нибудь придумаю. А я всегда такой человек, я привыкла разнообразие, как-то пытаться что-то смешивать и потом пробовать. Дурдом. Это очень классно. Я просто, сами знаете, какой человек, я привыкла все разнообразие делать и что-то пробовать. Вау. Смотрите, ребят. Мама, сейчас вот лук, и сейчас будет опять редиска. Ужас. Надо же попробовать, потом... Будет такая гадость. Нет, я вообще обожаю разнообразие. Я помню, ела... И вот сюда... Повидло с майонезом. Очень вкусно. О, прикольно, Даринка. Я сумасшедшая. Оба, лук стоит. Я сумасшедшая, но в этом плюс. Ладно. Сейчас мы проэкспериментируем, какой-нибудь съедать попробуем вместе с вами. Лайк, вообще офигенно. Вкусы прям сочетаются. Еще и с чаем. Да, с чаем вообще классно. Ну, лето, надо же какое-то волшебство делать. Ладно, ребят, все, мы сейчас допустим. Или проверить один ТикТок из лайфхака. Смотрите, снимай. Ребят, получается, смотрите, у велосипеда. Ну-ка, давай еще побольше. С другой стороны. Просто, ну-ка, отойдите. Надо. Прости, Кристина, за... Офигеть, ребят, смотрите, она просто... Она работает. Может, другие попробовать? Почему она вообще, по идее, должна попробовать? Попробуй вот эти вот. Да, это ДПР. Мои. Хрень. Нажимай. Ой, это мокрая была. Нажимай на нее. Попробуем. Во, ребята, смотрите, вы видите это? Офигеть. Она шпит. Лайфхак работает. Ну-ка, давай. А, кстати, знаете, вкусно пахнет. Вот, ДПР. Да, вообще. Смотрите еще раз. Внимательно, смотрите. Во-о-о-о-о. Я вообще думала, не работает, офигенный лайфхак. Только нельзя эту воду потом пить. Да, не нужно травленное уже. Да, ребят.
Вот, мы попробуем лайфхак и пошли покажу. Прицел тут, как это называется? Магнитофон, можно сказать так. Да, мы подсоединили через телефон. И слушаем теперь музыку, и Ксина бабушка просила его прибраться в доме. Да. Мы сейчас приберемся и под громкую музыку, но снимать не будем, что музыка, и это авторский прав. Все, ребят, да. Как приберемся, вам скажем. Блять, погода не изменилась, на улице прохладно, даже немного холодно. Вот, мы сейчас будем кушать с Кристиной, с Аришкой, вот, такие дела, Кристина. Такое ощущение, как будто мы только проснулись, глаза уже такие у нас. Угу. Вообще. Ну мы сейчас мы решили, что покушаем и ляжем опять, да, спать. Немного. Потом поспим, потом вам что-нибудь поснимаем. Вот, погуляем, надо снимаем. Ее перезап... Да, мы еще. Я хочу, чтобы она мне 4 косички заплела, она мне сплетет, я сказала. Вот, ребят. Мы еще что-нибудь поделаем. Мы с Кристиной решили, мы спали. Мы сперва не могли уснуть, потому что мы с Аришкой баловались, она нас пугала. Угу. Вот, потом мы уснули. Ну, я уснула, потом Кристина еще сидела, потом она уснула. Вот, и сейчас мы делаем, хотим, ну, сделать такой, как, раствор, или как? Ну, типа, ванночку. Да, ванночку, типа, для, типа, ну, ванночку для ногтей, чтобы ногти были крепкие и росли. Посмотрите, какие у меня большие уже ногти. Ну, это, я их очень давно держала где-то в соли, я просто их не обрезаю, они не длинненькие. Я вообще обожаю свои ногти, потому что у меня форма красивой ногтей. Вот, мы сейчас будем все делать, чтобы они еще были лучше, ну, укреплены, потому что у меня они ломаться начинают. Особенно большие вообще. Желтели? Да. Офигеть от йода. Я тоже сейчас буду свои пальцы мучить. Ладно, все будем делать, и потом чем-нибудь займемся, потому что... Да. А? Потом вам. Мы оделись, Кристина так нарядилась гулять! Хотя бы просто гулять! Сделала прическу, мы с Аришкой, как обычно, как обычные люди идем. Аришка на каблуках, я в тусанцах. Ну все хорошо у нас. Идем гулять. Будет вот так, вот так. А? Я думаю, давай так. Ладно, мы все будем гулять. Как-нибудь вам что-нибудь покажем. Ребят, знаете, мне кажется, сейчас маленький. Смотрите, курочка! Ребят. Приближу? Не получается приблизить, да, короче, курица играет. Сейчас мы пойдем погуляли, погуляли. И решили посмотреть Лунтик, да. Пили мороженое. Смотрим Лунтик, Кристина в телефоне, мы смотрим Лунтик. Да, развлекаемся. Вот. На улице дождик опять маленький начался. Погода вообще изменилась. Ладно, так, будем уже смотреть. Мы пришли в клуб, вот так вот он выглядит. Он такой. Тут можно музыку слушать, сидеть, разговаривать. Вот мы сидим, отдыхаем. Разговаривали, играли, вот. На улице нормальная погода. Вот такая вот Аришка. Тут еще есть, как называется? Бильярд. Ну, шарики. Где шарики? А где все шарики? Я уже куда-то их засунула. Да, вот. Вон они. Все упали, наверное? Нет? Вот, Кристина, знаешь. Кстати, знаете, я немного умею в бильярд. Там всякие игры. Вот. Мы скоро пойдем домой уже, потому что уже 9 час, да, наверное? Не знаю. Ну вот, вот такие вот дела. Всем привет, и будем, ребят, мы уже проснулись, конечно, давно. Блин, я вообще на себя не похожа. Мне Кристина заплела 4 косички, потому что я очень давно хотела их. Вот. Кристина тоже себе хвостик сделала. Мы сейчас идем до клуба, нам нужен интернет, там посмотреть, что новенькое, может, пришло нам. Вот, потом мы с Кристиной в 3 часа, да, или в 2, пол третьего поедем домой. Ну, я домой, она едет в Тюхте, да, вот так дела. На улице погода, кстати, теплее стала, чем вчера. Вчера был дождь, наконец-то солнышко. Ребят, меня очень радует это сейчас погода. Вот я обожаю бабочек, они так много их. Летают бабочки, мы сейчас в интернет пойдем с Кристиной ловить. Вот. Вообще сегодня классно вообще. Я не знаю, я просто рада. Потому что, во-первых, лето, во-вторых, я наконец-то сделаю все, что надо. Да, все свои. Привыкаю, что я долго сплю. Да. Вот. И все. И мы пойдем в интернет. Может быть. Будем сидеть в ТикТоке там или что-нибудь еще ВК отвечать кому-нибудь. Вот такое дело. Мы решили пока время, мы решили немного поснимать ТикТок.
Мы одно видео снимаем целый час по 100 миллионов раз. Мы не можем его нормально снять. Это жесть, ребят. Прощайте любовь. Любовь в привычку. Привычка в ненависть. Здесь успокоение. Успокоение в дружбу. И мы не можем это снять руками, ребят. 300 раз. Уже миллион раз уже больше сняли. Не получается вообще. А если ты что-то посуду трогаешь? Вообще, ребят, я не знаю. Мы сейчас, короче, последний раз попробуем снять. Потом в ТикТоке увидите, ребят. Все, будем снимать, а потом еще снимем, как мы будем сидеть на автобусе. Мы собираемся уже с Кристиной ехать. Гришка нас пошла провожать. Мы сейчас пойдем до остановки. Портфеля взяла, все взяла, мы сейчас пойдем. Да. Пойдем. Я одела очки свои. Знаете, как классно, когда у тебя косички по бокам и очки. Нет. Когда тебе заплетешь косички по бокам и очки. Ой, косички держат твои очки. То есть у меня очки не спадают. Это очень хорошо. Вот сейчас пойдем и поедем домой.